Людмила Шестакова. Как эзотерически можно сделать, чтобы ребенок перестал ночью вписываться? Вписываться. Для того, чтобы не было у ребенка энуреза, возьмите горчичные семена. Возьмите горчичные семена в виде семян. И каждый вечер, перед тем, как ребенок будет ложиться спать, высыпайте ему чайную ложку горчичных семян, они очень мелкие. И после этого, чтобы он запивал их водой. Делайте это на протяжении 1-2 месяцев, это совершенно безопасно для ребенка, но это уберет у него энурез. Вообще о магических свойствах горчичного масла я рекомендую очень использовать людям, у которых есть парез, допустим, послеинсультный парез или тетрапарез, то есть там не работает или нефункционально работает какая-то часть тела. Очень помогает горчичное масло. Намазывайте горчичным маслом конечности, которые не работают, делайте массажи, помогает действительно, вот проверено. Ирина, здравствуйте, Андрей Андреевич, благодаря вашим советам нашел новую работу. Спасибо.